Ребят, всем привет! Сегодня снова приехал на Белоярск, водохранилище. Сегодня у нас 24 февраля. И приехал я на базу БУОР. Буду пробовать здесь ловить рыбу. Но, наверное, сегодня в Косулинскую не пойду, а пойду под ЛЭП напротив базы БУОР, туда в заливы, в Коряжник. Посмотрю, может быть, попробую там ловить окуня. Что получится, не получится, поглядим. Ну и вам, конечно же, покажем. Вот он, ребят, первый окунек. Дождался я его наконец-то. Плавают под лунки там, блин, толпы этих окуней. Ну, клевать вообще не хотят. Вообще не хотят, не знаю почему. Причем окунек, посмотрите, вполне такого доброго размера. Нормальный. Че ему надо, не ясно. Ребята, кто не знал, магазин «Блокпост», который переехал с улицы Военной, сейчас находится на улице Циолковского, дом 57. Рядом с мегаполисом. И по-прежнему там продают товары для туризма, специальную одежду, военную одежду и другие сопутствующие товары. В общем, интересного там много. Заходите, посмотрите. Возможно, вам что-то приглянется. Все, ребят, закончилась моя рыбалка. Проходила она сегодня на Белоярском водохранилище напротив базы БУОР, под ЛЭП, на противоположной стороне озера. Там по заводям ловил окуней. Вот. По снастям у меня сегодня все по-прежнему. Опять моя удочка Акара, 007 леска, тульская мормышка Пушков, капли 2,5 мм. В общем, все по-прежнему. Что по клеву? Окунь клевал приблизительно сегодня до 12 часов, потом вообще перестал. Ну, не сказать, что прям здорово клевал, но поклевывал. Основное сегодня что было в этой рыбалке? Чем больше сверлишь, тем больше ловишь. То есть две лунки, один окунь. Вот так можно сказать. Вот. Здесь давайте поставлю итоговый улов. Вот. А здесь давайте немножко поставлю подводный мир, который там был на месте ловли. Thank you.
Вот как вы видели, такой у меня сегодня улов. Вот такой вот там был, скажем так, видовой состав рыбы. Вот. А мы сегодня порыбачили с замечательной компанией. Чего я вам, в общем-то, желаю. А на этом хочу с вами попрощаться. Всем пока. До встречи на рыбалке.